У нас третий стрим подготовки к турниру Чака. Ссылку на турнир вы найдете в описании под видео. Сегодня, сейчас мы будем решать, на чем я поеду. Сетап у нас будет меняться. Сетап у нас, в общем, поменяется. На 268 я показывал результаты с 3500 с 3500 урона, но этого недостаточно. Это реально недостаточно на 2684, чтобы хорошо помогать команде. Поэтому я поеду или на Чифи, или на Прожета. А потом мы, в общем, еще будем играть завтра, да? И в пятницу примем решение, на каком танке мы поедем. Короче, Сергей пишет. Если в турнире со своим взводом займешь третье место, плюс 5 тысяч каждому. Если второе место, плюс 7,5 тысяч каждому. Если первое, плюс 10 тысяч каждому взводному. Со взводному. Тут уже интересно. Да, плюс как бы есть призовые 50, а есть еще десяточка Сергея за первое место. Спасибо тебе большое, это приятно. У тебя сзади 13, я... Охереть. Мне выходит чувак убивать. Я дал ему. Не хватит. На меня... 13 от меня закатил. Я да, он просто от тебя откатил, меня начал. Да. Блин, чуть раньше бы инфу. Блин, у меня это, конечно, херово. Ну я 3 фрага сделал, как бы, но все равно. Давай. Бляха, муха, здесь прожет еще прожимает. И там епись еще. Блин, охренеть, что-то они агрессивные. А со мной не поехал никто. Я бар срался долю секунды. Не дотерпел. Ну все, габело мне, пацаны. У меня команда, конечно, команда так все долго делала. У нас тяжики дураки. Да ебарс, это нахер я поехал вперед, идиот. Я просто увидел вас много, думаю, они там жмут. А у меня просто чуваки здесь стояли, дрочили вначале. И не поехали. Они даже вон жопы едут, в епись, например. Не, нельзя так играть. Просто нельзя. А у нас чувак жопы танкует. Вообще красавчик. А сейчас что, какой-то марафон, да, будет, походу. Да. Ну там, говорит, такой лайтовый вроде. Да, лайтовый. И он начинается в пятницу? Я там никогда посчитал, там нужно, чтобы сделать его, нужно 122 боя на отлично, то есть в каждом бою делай то, что там надо, на скиллуху именно. Не, я имею в виду того, что он рандом такой, там еще пешеный. Ну да, это еще тоже. Пятница. Кстати, 29-го как раз он и стартует, когда мы начинаем. Да, так и самый прикол, что он у нас время крайне неудачное. Пятница 20:30. Да. Ну а что делать, рандом. Ну, единственное, что мы можем надеяться на то, что все будут пьяные. Да. Там 2 часа-то надо подержать. Я поджимаю. А, это все. Габелла поиграл я. Чего такое? Верды КД, гриль КД. Ян Вангар. Тоже хотел 260 поддержать. Держал у двух арт и у гриля. Как они стреляют так? Спасибо, странник. Спасибо. Да что ли? Не, вообще бой провальный полностью. То есть просто провалил бы. Нельзя здесь играть, короче, на этом фланге, на прожето в городе. Реально надо вот через другой фланг или разыгрывать, или на кибе стоять. Что так происходит? Потные хорошие бои, потом говно. Что-то. А у меня то же самое, ты типа заметил? Типа всегда так. Не знаю почему. И Фоди пишет: Дим, досмотрел твой обзор на ролик Ниры. Мне кажется, Нир достоин поддержать. Давайте, может, кинем клич, пойти поставить лайк под роликом Ниры. Играл плохо, и в прошлом бою просто тильтанул лучше такой. Немного играл на пригаре, немного. После катки на 2500. Да. Да не, ну все прикирают еще, если нервоз легкий, вот этот турнир уже на носу. Так, давай поможем кинуть клич и пойти поставить лайк под роликом Нира, все-таки согласись, редкое событие.
Ну, по сути, это и первое событие такое в танках именно блогера популярного. Не просто там какого-то чела с 500 подписчиками, когда вещает, что все говно и все остальное, да? А популярный чувак, который делает охеренный контент и сделал такой видос. И да, это редкое событие, согласен. Че Гевара, после личного выяснения всех обстоятельств по мотивам видоса Нира, будет ли у тебя ли публичное заявление? Или же только для себя? Ну, основную информацию, конечно, для себя в первую очередь хочу узнать. Потому что у меня тоже появились вопросы к некоторым людям. Вот. А так, посмотрим на стримах, я думаю, мы еще обсудим этот момент. Смотря какую информацию я узнаю. Синдром трупа, да. Может, я узнаю что-нибудь там вообще. То, что у меня пукан. Не, левша, стой. Дерево упал, видел? Заберу. Есть там на лестнице. Едь, да. Буду. Стандарт я светанул, значит, он у меня. Я в засвете ее просто это. Ядрей, да? На, соточка. Хорош. Давай, братан! Вперед! Ядрей его убьем, можно будет стандарт упороться. Да. Сиру на гореж, да? И захватом нам, может, успеем. Ядрей, когда я мега. Угу. Давай, ищи мега его. Хорош. Я на стандарт пошел. Прямо порвусь. А вон он. Там. Размени у тебя. Пробуй танкануть. Нормально. Стерва? А стерва где, не знаешь? На горе была. Да. На горе, да. Я еду. Захват надо делать втроем будет. Да, давай. Скорее всего. Сейчас. Ты его забираешь там, да? Да, я заберу. Я просто не хочу танковать его, чтоб нас там. Сколько там секунд? Да, Дэн, я все отключу во время турнира. 30 секунд. Может, убьем? Успеем убить? Не знаю. Не успеем. Так мы захват не успеваем. Собьет. Мы захват не успеваем. Поехали убивать. Поехали, пробуем. Мы можем успеть. Этот шотный. Ну, левша успеет, наверное. Да я тоже не успею дать. Если только стерва светанут, вот в чем проблема. Ты этого забирай сам, Мига. Мига, пробуй. Нет. Он не вылазит. Стерва за камнем. О, стерва. На, забей. Он арту убивает, но надо. Сможешь? Я не пробил, подожди. Так, я вижу ее тоже. Сука! Добью. А, все, хорошо. Это был принципиальный уже момент, похер, что я попасть. Не, я просто думал, ты все, типа, два только успел зарядить. А я не успел, я ее два раза не пробил. А кто тебе? Ну, я подставился уже агрессивно. Ну, у меня про жопу сгорел, и я пошел до конца. Ох, ё. Тупо заметил. Чувак, я два раза арту не пробил. Два раза арту. Левша, подожди сейчас. А, давай, в полете. Ты как выжил? Не знаю. Это что такое? Я не знаю, мне 1100 урона. Здравствуйте. Блин, ну ты, конечно, прав сначала просто из-за этого. Да, блядь, ну как можно выйти два раза арту не пробить? Два раза арту в борт. Это просто бред какой-то. Я помогу тебе. Так куда он поехал, блин? Маус сверхразум просто. Знаешь, что он делает? Сейчас еще меня перевернет, блядь. Мига, ты успеешь, да? Я не знаю, нет, наверное. Ну я загуслил. Такая пауза выдержанная. Лев против, это ты? Скорее аккуратно, тут сейчас он. А, так он в танке зашел, сейчас рейд будет проводить. Да, кто вообще? Надо ему написать, что в пятницу это все тут активно. Ему надо написать, что чувак по пятницам приходи. Пол рандома так. Желательно с 20-30 начинай. У нас ПТ-шка проблема, да? Надо было регламент под себя подумать, придумать. Может, блин.
Ну, красавый чиф, что в итоге у тебя? 420. 420, ну, где 4500, 4500 ты сможешь сделать. 420 у меня. Ну, у меня 387. У тебя мега 3500, да? 3500, да. Нет, таким результатом далеко не уедем, нам надо что-то... Так. Все. Я пошел.